стоял и дальше. Тут просто. У меня тут просто местечко сильно собрано. Не похож он на щелка. Нашел стоит. Стукнул пара крестика. Похоже, Персей любит. Ой, с Леоном хочет поругаться, наверное, да? Ну иди сюда, иди сюда. Иди посмотрим на тебя. Иди, иди. Ой, ой, какой вальяжный. Персей. Можно поставить. А? Шелестит? Ну, он знает, куда идти. Что? Увидел? А? А, пасть открыта, яма мощная. Сейчас кормежка скоро будет. И он туда собирает. Ты слышишь меня? Здесь, здесь. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Вот. Ленивый, даже подойти не хочет. Да вот, вот, иди сюда. Иди сюда. О, какой. Во всей красе. Ну, их не обманешь. Травы, конечно, не обманешь, у меня трава осталась такие. Вот вам и Алекс. С подружкой. Мужчину посмотрели, посмотрим, что тут за львика с ним. Может, кто узнает? Вот она. О, ох, умничка, красавица.
столько уже народу гуляет. А тут вот, а кто спрашивал, как тигры со львами? Вон как-никак. Все тихо, мирно. Ой, ну тут это про Чипа и Дейла. Вон Дейл кверху тормашками. На все. Тигрики. Игрики. О, наши махины, амуры. Красавцы. Ни ветерка, ничего, хорошо. А, там птичка гуляет, мясо-то. Так, ну вон, Ричард. А, это Рокки тут, а. Рокки издает свой голос. А лички подвывают. А, Рокки повернулся. А, идет. Ого! Ох, мощный какой, все, завалился. Бух! Бух под дерево. О, все, получилось. Я дала Лейлочке, она кушает последний кусочек. Сир, покушала красавец. Умничка, девочка, припевочка. Вот я еще воды не взяла, вот надо же. Ой. Ну ничего, я еще приду сюда. Я еще приду. На хорошенькая. Хорошенькая девочка. Я тебя! А ну-ка! Вот он какой, вот и Герда пришла. Что тут-то такое? А ну прогоняй его. Это Алекс, похоже. А ну! Иди. А ну пошли отсюда! Пошли отсюда! Уходи, уводи! Я тебя! Алекс! Паразит такой! Я тебя куда пошел? Ну, Лейлочка наелась сегодня хорошо. А где ж твой братец-то? Все, ну оставили. Лишь водички ей бы дала. Вот какие. Ах ты ж какой. Ну, какой. Фью, ну они много съели. Я рада, что Лейлочка покушала. Вот еще шла, забыла бы пластмасску водички. Ну, в принципе, я бы тут сейчас уже не дала. Ну, ничего, она покушала, крови-то много. Пошла я обратно еще готовить мяско. Будем искать еще Филю, Витю. Да? Кто? Что ты? Ой, это ж не Чук, подожди. Гека, что ли? Ладно, там посмотрим. Да, ты Гека, наверное, точно. Как я тебя? Гека. Чукиш, ранка на лбу. Ну, Лейлочка ушла. Умничка, покушала, красавица. Покушала, сидит там.
Вот. Вот, еда. Ну, вот это Перси. Скорее всего. Или Алекс, Алекс. А вот там закрыто, да? Он закрыт? Да, он весь закрыт. И что тут? Ну, это чук все-таки, правильно. У него заросла вон ранка, видно. А у этих люблю. Вот они вам рядышком. Алекс, Герда, да? Ага, смотрит. И Чука тут промышляет. Что вы, красавцы? Ну вот Лейлочка там сидит. Может, она как-то другим путем подойдет. Она знает, что они как сторожат. Сейчас вас снимаю, эту Лейлочку сниму. Вон она там лежит в тенечке. Вот видишь, я кидала. Набрызгала крови. Лейла! Лейла! Иди сюда, красавица, иди сюда. Мы тебя защитим. Лейла! Лейла! Вот он, кто ты такой? Это Алекс. Алекс, привет! Алекс, Алекс, Лички гуляют.